Основана на биографии Карлоса Тевеса. Я ведь тогда не осознавал, что мне грозит опасность. Я думаю, что смерть... Я думаю, что в случае моего ожога, я тогда не понимал, как близко подошел к смерти. Сио Даделла, 1984. Помогите! Пожалуйста, помогите! Пожалуйста, помогите! Он умирает! Он умирает! Помогите! Прошу вас! Пожалуйста, помогите! Едем в больницу! Кто-нибудь помогите! На помощь! Кто-нибудь на помощь! Помогите! На помощь! Осторожнее! Помогите! Пожалуйста! Тива, помоги! Тива, давай! Карлос обжегся! Нужно ехать в больницу! Он обжегся! Давай ты, скотина! Открывай! Педиатрическое отделение. Неонатальный блок. Эй! Вы забрали моего ребенка час назад и с тех пор ни слова. Открой дверь! Не трогай, Трина. Не трогай меня! И что ты сделаешь? Ты ему вообще не отец! Что я могу? Что я могу? Тогда закрой рот, придурок! Мы пили мате на кровати. Это был несчастный случай. Мы пили мате в постели в твоем доме. Он играл, схватил чайник, и вода вылилась на него. Он обжегся. Ты кретинка? С чего ты вздумала пить мате в постели? Ты идиотка? Да что с тобой такое? С чего ты вздумала пить мате в постели с ребенком? А ты зовешь это несчастным случаем. Урод! Вы родственники Карлоса Мартинеса? Да, я его мама. А мы его дядя и тетя. У мальчика обожжено 50% тела. Это ожог третьей степени. И то, что его завернули в одеяло, усугубило ситуацию. И что нам делать, доктор? Как мы? Мы пытаемся удалить как можно больше поврежденных тканей. Но вы должны знать, что ребенок в критическом состоянии. Мама! Тевес прорывается. Вот бежит Тевес, вот он бежит, вот бежит Апач. Тевес не останавливается, он собирается бить. Тевес, Тевес, гол! Жизнь Карлоса Тевеса. Так что, Карлос, он идет или нет? Постой. Сьюа Даделла, 1996 год. Качуча дрочила. Говорят, на автобусной остановке были девочки, а он стащил штаны и показал им свой член. Он слишком далеко зашел. Я бы его поджег за то, что он извращенец. Нужно в него попасть. Короче, давай я. Не толкайся, придурок, если я упаду. Смотри, вот он. Ну,
нужно учесть расстояние и ветер. Как для выстрела с высоты. Понял? Да. Еще количество этажей и скорость. Качуча! Твою ж мать! Ублюдок! Видишь, какой я меткий? Я попал. Заткнись. Я тебя подожгу! Я подожгу и тебя, и твоего брата! Ничего ты не сделаешь! Что ты здесь слоняешься? Давай, старый пердон. Катись отсюда. Перестань к людям цепляться. Пошел вон. Чтобы тебя здесь не было. Вон старый извращенец. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Дела. Джонни там? Он тебя ждет? Да, мы говорили. Здоров, как дела? Привет, Пинча. Джонни есть? Он тебя ждет? Да, мы говорили. Иди за мной. Джонни, Пинча хочет с тобой поговорить. Как жизнь, Джонни? Нормально, а ты? Тоже порядок. Мы можем поговорить? Слушаю. Что происходит? Меня вышибли? О чем это ты? Да ладно, я же не дурак. Я знаю, что ты базяжишь содой, а остатки продаешь. Хорош гнать пургу, вали отсюда. Да ладно. Дай мне мою долю, я буду держать рот на замке. Если Коча узнает... И что, если Коча узнает? Если Коча узнает, ты в дерьме. Ублюдок, прекрати! Пошел вон, ублюдок. Помогите! Кто-нибудь, помогите! Общественная школа номер 4, Сьюа Дадела. Привет, Карлитос. Мартинес, никакого футбола в коридоре. Извините. Равенство. Доска объявлений. Привет. Привет. Как жизнь? Хорошо. А у тебя? Хорошо. Мы завтра идем гулять? Я не могу. Папа везет меня на стройку. А в воскресенье я еду к дяде. Ну ладно, не страшно. Забудь. У тебя все в порядке? Да. Сегодня была контрольная по математике, я написала. Молодец. Что такое? Это мой папа, пока. Пока.
как дела? Нормально, а ты? Нормально. Я видел Мариэлу. Она пошла в ту сторону с Хьюго. Что там у вас? Если женишься на ней, считай, устроился в жизни. А где ты взял велик? Купил на заработанное. Эй! Идем. Как дела? Эй, Фредди, что там с Мариэлой? Ты уже трахнул? Не твое дело. Эй, да не злись ты. Ты знал, что она была моей чиксой? Я ей сиськи сосал и все такое. Может, рот закроешь, придурок? А ты не лезь, кретин. Да ну его. Он злится, потому что набросила его ради меня. Че ты сказал, козлина? Забыл, что проиграл на 4 очка? Мы вам жопы надерем. Заткнись и ноги сдвинь. А не то получишь в очко, педрила. Не слушай его. Точно. Трындят много, но вечно проигрывают. Всегда. Ты слышал, что Пинчи замочили? Правда? Лежит на улице, ему в голову выстрелили. Я пойду посмотрю. Ты пойдешь? Конечно. Пойдем вместе? Да. А кто это сделал? Я спрашивал, но никто не знает. Пацаны из первого квартала бесятся. Значит, это как-то связано. Видишь его глаз? Да. Видишь, как он смотрит в одну точку? Разве он живой? Да нет, придурок. Ну как он может быть живым? Видишь, сколько крови? Тебе бы что больше понравилось, пуля в голову или нож в живот? Мне пуля в голову. Да, и мне. Я предвидел, что так и случится. Мы на грани войны между бедными. А на войне дети и женщины погибают первыми. Мальчишка! Черт! Он же мальчишка! Карлос, идем домой. Постой, зачем? Иди домой, Уругвайц. Я пойду куплю кое-что, а потом приду, ладно? Идем. Почему? Я хочу посмотреть. Что? На что тут смотреть? Идем. Я не хочу, чтобы ты в это лез. Я не лезу, я просто смотрел. С этого и начинается. Ты смотришь. Стоишь и смотришь, а потом тебя затягивает. Это ужасное дело. И детям на такое лучше не смотреть. Ты же знаешь, как тут все устроено. Да. Ну и? Тут, если теряешь осторожность... Пойдем, Карлос. Ладно. Ладно? Пойдем. Заткнись. Ты сам не знаешь, что говоришь. Клянусь. Это правда. У него была рана от пули вот здесь. Мам, можно и я схожу? Нет, ты болен и никуда не пойдешь. Ты знаешь, из-за чего это случилось? Нет, не знаю. Из-за чего? Из-за наркотиков. Всегда из-за наркотиков. Иди, выпей мате. Это за квартиру. Теперь уже 100. С каких это пор? С этого месяца. Снова? Да. Это никогда не кончится. Вот сволочь. Он пошевелился. Ты чувствуешь? Не, ничего. Теперь чувствуешь? Что это?
Ножка, наверное. Ладно, покажи. Возьми. Карлос с тобой идет? Да, он душ принимает. Ладно. Ты говорил с Юга о прибавке? Нет, он откажет. Поговори с ним, попроси его. Я спрошу, можно ли мне работать на выходные или сверхурочные. Но я тебя и так не вижу. Такова жизнь, Чила. Мы справимся. Не волнуйся. Быстрее, Карлос! Так что случилось? Я не знаю. Ты не знаешь, скотина? Не знаешь, да? Джонни! Это был Джонни! Пинча! Узнал, что... Он крадет кокаин и решил его шантажировать. Но я ничего не делал, клянусь. Я ничего не делал, это не я. Спокойней. И где мне найти этого педрилу Джонни? В шестом квартале. В шестом. Он там. Тогда пойди найди его и приведи в первый квартал. Понял, скотина? Тише, тише. Не трать пулю, он уже мертв. Уберите его отсюда, выбросите где-нибудь. Скажи пацанам, пусть готовятся. Они меня достали. Хочу отомстить. Покупайте свежие яйца! Свежие яйца! Покупайте и экономьте! Ничего. Ты разбрасываешь больше, чем попадает на стену. У меня не получается. Ну и не страшно. Научишься. Со временем. Просто наберись терпения. А как я узнаю, что выходит? Просто узнаешь, сынок. Вот как. В какой-то момент ты скажешь, хорошо выходит. Или другие скажут. Просто... Ты поймешь, когда начнет получаться. Сам поймешь. Но для этого нужно быть внимательным, четким, иначе прогресса не будет. Ясно? Ладно, закругляйся. Когда закончишь, выпьешь мата. Хорошо? Да. Как дела? Хьюго, как оно? Хорошо, все в порядке? Я хотел спросить, можно ли мне взять сверхурочное? Всего пару часов. Ну, это будет непросто. Привет. Привет. Я не знал, что ты приедешь. Я тоже. Просто случай подвернулся. Поцелуй меня. Прекрати, это опасно. Давай, поцелуй меня. Нет, перестань. Он не смотрит, давай. Нет. Как у тебя дела? Хорошо. А у тебя? Нормально. Можно тебя спросить? Да, конечно.
Это правда, что Пинчу убили? Ты узнала? Да. Так его убили или нет? Да, убили. Ты встречалась с Эрнаном? Нет, что ты. Он ко мне подкатывал, но ни за что. Я с такими не встречаюсь. Может, ночью? Нам нужно закончить ванные? Да. Это все, что я могу. Ладно, хорошо. Да, но я не могу платить как сверхурочные. Заплачу как обычно. Ну же, поцелуй меня. Нет, прекрати. Всего разок. Прекрати. Всего разок. Прекрати, Карлос. Ну, разочек. Прекрати. Тогда зачем ты приехала? Поговорить с тобой. Так когда я увижу, как ты играешь в All Boys? Не знаю. Если придешь, твой папа узнает. Ты заслуживаешь большего, но это пока все, что есть. Понимаешь? Но если твой папа расскажет... Папа об этом не знает. Мариэлла! Мариэлла, иди сюда, мы уезжаем. Пока. Пока. Так мы договорились? Да, да, хорошо. По рукам. Спасибо. Залезаем, уезжаем. Так что там наверху, Чанча? Ну и? Ты почти ничего не сделал. Ты не на час выходил. Осторожнее. Не нужно создавать проблемы. Он тебе заплатил? Нет, мы не об этом говорили. Я буду работать по ночам. Почему? Потому что должен. Нам придется переехать, когда твоя сестра появится. Места нет совсем. Так вот, когда я начну работать по ночам, ты за старшего в доме. Хорошо, папа. Тебе придется обо всем заботиться, ясно? На одного! На одного! All Boys, Флореста, вечная любовь. Ну же, Карло, спокойнее! Спокойнее! Знаешь, кто это? Нет, кто? Он ищет игроков для Аргентинос. Правда? Правда. Пришел на меня посмотреть. Размечтался. Хороший матч. Для вас это формальность? Да. 80 лет любви. Гол! Молодец, Карлос! Отлично поработали! Вы ведь отец Мартинеса, да? Нет. Я его дядя. Но это я его сюда привожу. А что-то не так? Не-не, все так. Мне он нравится, он молодец. Правда молодец. Передавай, давай, первому. Простите. Мадонне, приятно познакомиться. Секунда, взаимно. Пропато! Сядьте, сядьте. Сядьте вы, наконец. Пропато. Я хочу сказать две вещи. В моей команде мы не злорадствуем над противником. Ясно? Мы не празднуем забитые голы и не пробиваем очки, когда счет 5-0. Это ясно? Вы знаете, о ком я. Ты хорошо играл. Пропато. Пропато! Пропато! Да хватит уже, все. Ну так что скажешь? Нет. Я не против, но решает Карлос. Давай-ка я тебе объясню. Ты начнешь играть за парки. А потом сможешь перейти в профессионала и играть за Аргентинос, понимаешь? Да. Но... Аргентинос такие же, как и этот клуб. Только он ближе к дому. Эти клубы нельзя сравнивать. Тут очень низкая планка. А ты способен на большее. Ты уже готов к чему-то большему. Если хочешь стать профессионалом, ты должен идти дальше. Послушай меня. Тогда возьмите меня в Бока. Я тоже фанат Бока. Я бы хотел взять тебя в Бока, но мы дома все болеем за Бока. Правда? Сейчас я работаю на Аргентинос. Это все, что я могу. Ты дал этому клубу больше, чем они могут предложить тебе. Чтобы начать зарабатывать, ты должен уйти. Ведь с тем, что платят здесь, тебе придется искать еще работу. Выбора не будет.
А это должно стать работой. Ты должен стать звездой. Ты ведь этого хочешь? Нет. Нет? Ты не хочешь стать следующим Марадоной? Ну же. Ты знаешь, где начинал Марадона? В Аргентинос. Я знаю. Вот видишь? Но лучше я останусь здесь. Не хочу терять друзей. Твои друзья последуют за тобой. И ты заведешь новых друзей. Послушай меня. Все же лучше я останусь здесь. Уругваец! Уругваец! Мы уходим. Киро! Нет, это я. Открывай. А папа? Киро сказал, он не пойдет. Киро пошел к тебе. Я знаю, а папа? У него боли в груди. Что значит боли в груди? У него боли в груди. Что случилось? Кто там? Папа. Что такое? Ты не поедешь? Куда? Что значит куда? Проведать Тиви. Я забыл. Я плохо себя чувствую. В груди жжет. Почему он не пошел к врачу? Он не хочет. Говорит, что когда ему больно, он ложится спать и становится легче. Я останусь здесь, присмотрю за ним. Папа, может, встанешь, выпьешь маты и ополоснешь лицо? Я подожду внизу. Могу подождать. Нет, ты не говори Тиви. Почему я не приехал? Он будет волноваться. Я его знаю. Он боится плохих новостей. Ладно. Если что-то понадобится, сообщи Адриане. Она мне передаст. Если вдруг... Говорите потише! Хорошо, папа. Если Тиви спросит обо мне, скажи, все в порядке. Ладно. Запри дверь. Холодно-то как. Когда у меня будет машина, в ней будет печка и стерео. Вот увидишь я. Киру, открывай! Папа идет, вылезай. Давай, открывай! Киру, давай, открывай капот. Черт, горячо. Прости. За что? Что ты натворил? Ничего. Просто отказался от Аргентинос. Может, стоило согласиться? Нет, не страшно. Аргентинос такие же, как и All Boys. Почему ты ничего не сказал? Это твоя жизнь. Ты сам выбираешь. Вот это мой брат, молодец. Доброе утро. Привет, мам. И где мне сесть? Зачем ты позвал меня, если нет мест? Ну... И где мне сесть? В кузове пикапа? Ну же. Я поеду автобусом. Постой, Трина. Залезай, я поеду в кузове. Все в порядке. Спасибо. Да, без проблем. Привет. С этим ходить нельзя, мэм. Почему? Сырое мясо запрещено. Это не сырое мясо, это прошутто. Это одно и то же, запрещено. Ну, пожалуйста. Его заносить нельзя. Пожалуйста, сеньор. Уберите это. Сеньор, это для моего сына. Вне моих полномочий, мэм. Но это всего лишь сэндвич. Такая еда запрещена. Я приготовила его дома. Это запрещено заносить. А вы можете вынуть прошутто?
Дядя! Племяш. Здравствуй, дядя. Парень, ты как? Как дела? Как жизнь? Нормально. Толстяк, как ты? Как жизнь? Как ты? Нормально. Ну, как у вас там? А дети? В порядке. Тами кое-что для тебя нарисовала, но я забыла дома. А младшенький простудился. А кто с ними остался? Мирта, все в порядке, не волнуйся. А что у тебя? Я погляжу, кормят тебя хорошо. Я не меняюсь. Я привез тебе одежду, которая мне больше не годится. Свитера и штаны. Думаю, будут впору. Мы с мамой их упаковывали. Да, он упаковывал с Адрианой. Посмотри, думаю, подойдут. Я привезла тебе поесть. Это только для тебя. Вы можете попробовать. Очень трудно что-то пронести с этими держимордами. Но это они позволили. Попробовали бы не позволить, я бы бунт подняла. А ты? Ты мне что-то привез? Я готовлю кое-что к следующему посещению. Кое-что новенькое. Я начинаю бизнес с Фачи. Малый бизнес. Осторожнее выбирай, с кем имеешь дело. Ты ведь еще пацан. Не волнуйся. Я пацан, но не дурак. Береги Скиру, да? Да? А когда ты выйдешь? Вот так, да? Без анестезии, да? Прямо в солнечное сплетение. Прости, прибереги для исповеди. Я вернусь, когда вы и ждать не будете. Так что готовьтесь. А ты? Как успехи в футболе? Мы вчера разгромили парки. Да, молодцы. Ну, хоть один гол забил? Конечно, я забил 3. Мы же Тевес, мы все ловкачи. И там был мужик, который пригласил меня в Аргентинос. Но он отказался. Почему? Я что-то не понимаю. Они тебя хотят или нет? Они его хотят, но когда они сказали, что больше не... Карлос сказал нет. Я не хочу. Он говорит, что Аргентинос и Олбойс почти одинаковы, он хочет подождать. И ему учиться нужно, так что... Ты должен пробоваться в Боку. Но если хочешь играть за Боку, должен играть по-настоящему. Я играю по-настоящему. А ты как думал? Да? У вас есть место для четверых? Давайте, старики. Тому, кто играет с Киру, фартит. Давай, толстяк, поднимайся. Я ухожу, у меня дела. Пока, толстяк. Пока, чемпион. Трина, приходите ко мне как-нибудь на ужин. Конечно. Передавай привет папе. Обязательно. Я пойду поработаю для разнообразия. КТ! Пока. Пока. Не жлобись, толстяк! И позволь мальчику зарабатывать. Это его жизнь, как ты и сказал. Что случилось? Ты весь день такой тихий. Что такое? Ничего. Просто думаю о дяде. Он скоро выйдет. Но пусть тебе это будет наукой. Рано или поздно за ошибки нужно платить. Такова жизнь. Мы все делаем выбор. И он сделал неправильный. Секунду, что такое Уругвайц? Ты до сих пор не готов, мы должны победить 9-й квартал. Можно? Куда? На матч. Играть в футбол? Я должен, папа. Давай, еще нужно размяться. Я же сказал, не хочу, чтобы ты тут шатался. Особенно по ночам. Да ладно, секунду, отпусти его. Все в порядке. Я сыграю, вернусь домой. Все хорошо, пока что-то не случается. Мы сыграем, победим, вернемся домой. Ладно, но дома быть к ужину, иначе ляжешь спать голодный. Да. Ясно? Ты понял? Да, папа, я понял. Ладно, иди. Выигрыш будет твою часть, секунда. Идите уже. Наш дом не ресторан.
Ты уже уходишь? Я же сказал, начинаю сегодня. У меня работа. Но я думала, не так рано. Что это позже? Нет, нужно идти. Я опоздаю. А который час? Не знаю. Поздно. Народ? А вот и сакуны наконец прибыли. Заткнись, придурок. Походу, ты нагреешь, когда тебе жопа надирают. С таким лицом задрота тебе не победить. Это меня не победят. Заткнись, мы всегда вас уделываем. Это в футболе. Но на этом все. В остальном ты полный ноль. Надеюсь, все будут играть честно. У нас будет 2 получасовых периода. Нужно было раньше прийти. Не пинаться, не толкаться, иначе вылетите. Готовы? Убирайте. Орел. Голубая команда начинает. Давайте. Давай, вперед! Матч начинается. Давай, вперед, вперед! Карлос сзади. Ну что ты делаешь, а? Гол! 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 Давай же! Гол! Гол, гол, гол! Блокируй его. Вот так, давай. Давай! Гол! Гол! Пошел ты, ублюдок! Что такое, пацаны? Ну, поехали. Вы двое, вперед. Давайте, смотрите в оба. Будь осторожен. Сегодня мы убьем их всех. Здравствуйте, сеньора. Упускает мяч. Теперь негра ведет. Как матч? Скучно. На линии! Футбол теперь не такой, как прежде. И вот бежит Пеллегрино. Теперь все не такой, как прежде. Давай, давай, Карлос! Вы что, с ума сошли? Так нельзя! Стойте, стойте! Назад, назад! Скотина! Назад, давай! Совсем рехнулись? Или же я остановлю матч? Сильно он тебя. Ты в порядке? Продолжить сможешь? Да, блин. Говорил, нужно перестать играть с этими козлами. Давай отойдем. И чтобы они стебались над нами всю неделю? Ни за что. Ты в порядке. Это как проигрывать Soul Boys. Вот я о чем говорю. Мы выиграем, и все тут. Я буду бить пенальти. Постарайся забить. Конечно. Карлос! Мама! Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? А ну домой! Я дома это одна! Это мой велосипед! Я до смерти перепугалась! Отдай мой велосипед, скотина! Данильо! Это мой Данильо! Велосипед! Они украли мой велосипед! Я тебе морду Давай. Набью! Осторожнее!
пенальти для Бока. Снова. Они не могут удержать мяч. Да, этот судья ни черта не видит. Эти козлы украли мой велосипед. Черт. Что случилось, мама? Вот этот сучёныш. Давайте! Хватайте его! Давай! Давай, Данилья! Домой! Домой, быстрее! Больница Карильо, 1984 год. Извините. Вы мама Мартинеса? Нет. Да. А что? Что случилось? Ничего. Просто он проснулся. Фабиана. Фабиана. Хотите его увидеть? Да. Да, идемте со мной. Проходите. Помойте руки. Можно его потрогать? Да, погладьте его. Это пойдет ему на пользу. На русский язык сериал переведен и озвучен Байбако Сиви. Hoy es un día muy especial porque el Apache ahora pudo llegar toda su gloria. Él va a disfrutar y todos los giles se quieren matar. Ahora tenemos una estrella más, Carlitos TV se hace llamar. El pibe de oro en la cancha está, ni nadie ni nada lo puede frenar. Ni nada ni nadie lo puede parar. Nací en un barrio muy conocido y popular. Nací en un barrio muy conocido y popular. Entre corrida, tiro Carlito pudo triunfar. Y entre corrida, tiro Carlito pudo triunfar. El fuerte Apache se hace llamar. El fuerte Apache se hace llamar.